Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Агент 007 Джеймс Бонд. Это у нас, как часть называется, Bloodstone, кровавый камень. Что мы там нажимаем? Ой, я не знаю, что там отсканировать, он говорил. Не знаю. Да? Тогда не знаю, пошли куда-нибудь. Куда нам идти? Прям как Шерлок Холмс. Прыгать. Да? Прям этот Бейкер-стрит. А современный. Она? Как карту делать? Можно карту? Мы Джей. Я уже все нажимал. Так, вот это мне не нравится, что куда-то идти непонятно. А, все понятно. Сам пошел. Эй, стоять! Куда собрались? Доктор Бонд? Британский музей. Фонд архитектурного наследия. Я должен провести проверку. Нет. Министерство культуры может подтвердить. Мне все равно. Я никого туда не пущу. Без каски. Конечно. Правило. У него сам... На территории площадки мы потеряли сигнал от Тедварда. Вам нужно выяснить, на чьей стороне этот ученый. Ищите улики с помощью смартфона. Как? Как смартфон включать? S T E R T Y K K X. Твердый. Может 1, 2, 3? Нет, нихера. Shift. Shift нет, он бегает. Зашибись. А, вот все появилось. Улика, улика. Блин, угадай, что это? Шерлок Холмс. Нет, Бэтмен. Ну, детектив. Все, все смартфон появилось. Смартфон может сканировать объекты, находящиеся неподалеку. Нажмите Е, чтобы произвести сканирование. Мы скопировали жесткий диск. Передадим аналитикам. Продолжайте поиски. Как они так быстро скопировали? Жесткий диск, он же в самом компьютере. Как такое может быть? Улика, пойдем подсканируем. Быстро, ну там фигня, технология, фигня. Это же Бонд. Бригадир сейчас подойдет. Подождите его в дальней будке. Подождем. Следуйте за рабочим. Пойдем, вагончик пойдем. Прораба. А так у нас какое задание-то второе? Первое у нас было обезвредить бомбу. А второе что-то тут... А второе, вот мы на второе, да, я понимаю, отправились? Ну там вначале говорили, в общем, надо что-то сделать. Сюда, доктор Бонд. Так, это подстава по-любому. Какой-то хер, видишь, Кась? Мне не нравится его голос. Обыщите вагончик прораба, чтобы найти улики. Я же сказал, что тут нету, я же сказал! О, покатаемся сейчас. Слышала голос поганый. Сыня, нет, сыня! Нет, это подстава по-любому. Покатаемся сейчас в этой будке. GTA вспомним. Все, сейчас стрелять будем. Правда, мы сами возили там такое. Сейчас нас в бетон куда-нибудь. Зашиби, да. Ну что, Бонд, что ты думаешь? Прыгнуть? Конечно, прыгнуть. Ой, и музыка. Понятно теперь, откуда эта музыка. Незаметное устранение. Спи. Шевелитесь. На этого британца понадобится время. А ты можешь сзади подойти, ну и... Так, хорошо, да, смотри, здесь. Смартфон один. Чтобы вас не засекли, незаметно устранять врагов, используя оружие глушителем, хорошо. Смартфон тебе звонит. Да? Никто не звонит. Ну, не звонит. Пробел. А куда нам идти нахер? Может, по смартфону мы и поймем как раз, куда да, идти? Да, пойдем. Он должен нам показать какие-то улики. Скоты, а? Ну, я думаю, пойдем сюда. Еще сохранение прошло. Цель, цели. Смартфон позволяет вам следить за перемещением врага. Нихера себе. А вот это враги, смотри наши. Ой. А чё так много врагов? Что там такое?
А вот мы здесь и Шерлока вспомним, и Бэтмена, и Far Cry, и что-нибудь еще. Твою мать. Сюда. Сюда. Блин, как подсказки, хорошо продумали игру, я думаю, четко. Пока что. Я вижу это. Головами. Назад. Да? What is love? Как песня. Только они там вот так вот головой делают. Yes. А, ну да. Ну как по-настоящему сделали. А почему не садится? А, понятно, как садится. Sit down, please. Козлов там много. Down. Собрали патроны. К пекалю, к нашему. Так, козлы где-то еще? Там их штук около 5, что ли, или больше. Хорошо. А ведь мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. А где открытые? Я могу перелезть? Попробуй. А, где перескочить? Слышь, они все подсказывают, все продумали, чтобы человек не торм... О-о-о, с каким мы оружием? Блин, не хочу я такое оружие. Элитным. Один убит, уже 10 убит. О, нога висит, смотри как. Класс, почешем пятку. Зеба пришел. Ну, как всегда, я такое и слышу. Нужно подкрепление. Смартфон. Блин, как я тебя не заметил? Твою мать. Успеем ли? Успели. Блин, надо ножка другого. Висит. Так, у нас больше оружия нету. А, и вот есть. Вот, МП-7. Уже какое. Нога. Слушай, ты наглый. Смотри, какой он наглый, оборзевший. Козел Коп. Потный нахер. Здоровье надо чуть-чуть. Сейчас она восстановится. Хорошо, она восстанавливается. Ну, комфортно можно пройти игру. Ну, я не так хорошо, может, играю. Ну, как могу, так играю. Так, цель. 10 метров. Точки назначения отображаются на дисплее смартфона. Чтобы использовать смартфон, нажмите 1. Какая полезная вещь этот смартфон. Нам бы такой смартфон. А куда нам топать-то? Наверное, прыгать. 6 метров. И прыгнуть там было. Да? Только я не знаю, куда вниз или куда он там прыгнет. Ага. Хорошо. Объекты, в которые можно выстрелить, отображаются на смартфоне. Это я обратно прыгнул, да? Чё-то мышь как-то перекинулась, блин. Долбаная мышь. Купили парашу, как всегда. Да чё ты крутишься-то, ёптую налево. Ну ты сам выбирал. Пора. Понятно. Нет, это заставка, поэтому им перекрутилась. Сам выбирал. А, это он себе лифт? Сама сказала мне её купить. Лифт смастерил. Да. Опа, стряхнул перхоть, нормально все. О. Так, Lost Planet. Иду в катакомбы. Найдите вход в подземелье. Найдем. Что здесь фигня ли что? Катакомбы. Смартфон позволяет вам следить за перемещением врага. Нет, мне такой пушка не надо. Мне такой пушка не надо. Чтобы его
босс сказал, что в будке был кто-то еще. Займись тогда им. Боже, там кто-то был? Есть тут кто? Сюда! В смысле сюда? Вы что, меня уже видели? Ну идите сюда. Пристрелить его! Пристрелить. Надо остановить его! Вперед! И с песней. Этот копчик хорошо стреляет. Стрелял, может быть. Так, хорошо. Пупок, а ты что здесь сидишь? Ты такой, труп уже лежал? Да, они его, походу... Убирают ненужных свидетелей. Они его просто там, так сказать... А это уже на метро смахивает, помучили, да? Ага. Точно. Сейчас возьмем противогаз и пойдем искать Лесницкого. Да. И охотиться за черными. Здесь получше игра сделана, чем в метро. Идут, уродцы. О. Так, сдох. Ф, надо нажать и трубаем. Очень very good способ. Так, там хер какой-то бродит. Ну дай головушку-то. Один. Кто-то строчит. Ну хватит тебе там пукать. Ну, не пукай, Сталин. Спуститесь дальше в катакомбы. Спустимся. Ты читаешься, что, потому что я сосредоточен на том, чтобы нас не кукнули. Блин, козела. Хорошо сделано, можно оружие. Управление поездом 37 метров. Да? Ух ты, сколько козлов. Мы будем поездом, что ли, управлять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюдер! Прямо в жбан. Ничего, то, что вы все почти что одинаковые, но ничего страшного. Не дайте... Рабочая форма. Да? Он так еще медленно идет, ну стреляйте по меня, стреляй, ну ладно, ничего. Не будем ругать игру, потому что это хорошо, комфортно играешь, Джеймс Бонд. Главное идти потихонечку. Так, это ком, будет там хер. Ух ты, ёб твою мать, это ж баллоны. Блин, прямо жбан. Ну надо. Хорошее оружие, самое лучшее оружие, которое мне нравится. Тихо убивать. Давай один. Там какая-то информация. Устройство аудионаблюдения. Просмотр жаз. О. Маршрутная кнопка. Рельсы сдвинули, да? Сигнальные рубки кто-то есть, и
свиной рубки. Так, нам надо обойти, получается, да? Где у... Я только говорю, где уродцы, и они появились. Мне вот лучше оттуда стрелять. Скотобаза, а? Прикрою тебя. У вас потери, да. Ну, уходи, чель. Сразу двое, двоих нет. Да, это хорошо. Один. Ух ты, форчмак. Ты слепой, что ли? Походу, да. Плохо, что он контрол не садится, конечно. Вот. Жаль, что только пробел в укрытии. Вот это неудобно. Так, вот мы и добрались. Ёпты мой, ты откуда стреляешь? Твою мать. Ой. Чуть-чуть стрельнули. Паскуда. Идет гниль. Ой, ты пупсик. Не умер, что ли? Ну, теперь умер. Косой, а хер. А ты кто? Скотобаза поганая. Вот ты кто. Класс, так стрелять по... О, вон наш поезд. Блин, ты живой еще? Аж автомат упал, паскуда. Убежали. Все вроде бы, да? Да. Сейчас на поезде поедем. Хорошее задание у нее, конечно. Управление поездом. Где это он проехал? По текстурам? Угу. Поезд. Это какой-то этот кусочек поезда. Да. Паскудка. Так, что у нас, пекарь здесь? Ну, по этой деревяшке идти. Бежали, побежали. Теннер, я в катакомбах. Можете навести меня на сигнал Тедварда? Конечно. Достаньте телефон, на нем показано, где Тедвард. Вы выйдете прямо к нему. Знаешь, что озвучивает этого? Condemned Criminal Origin, помнишь? Mm-hmm. Здесь же он Бонда озвучивает. Он всех вот этих таких детективов озвучивает. Mm-hmm. Это он, стопудово. Так. Визин не он озвучивал Кастабланку? Да, он там озвучил. Тоже, да? Да, но у нас эта игра не пошла, потому что русские влезают в игры и делают херню, так что игры просто тормозят. Я уже говорю, им просто не надо туда лезть. Они испортили игру, и все нахрен. И она у нас просто тормозила. Американская... Ну, блин, ну то ты жалуешься в Трансформеру, что они не озвучили ни хрена ничего. Ну, слушай, они так влезли, что... Так влезли, что мы не смогли поиграть в эту игру. Ух ты, твою мать. Бежим. Ох ты, ёб твою мать, а! Ух, успели нахер. Где залезть? Куда? Гребем, гребем, гребем. Ах, гребем, это херня, гребем. Метро копать нахер. Вот это жесть. Это бурчик, да, такой? Спрыгнуть. Бежать. Молодцы, сделали, что нахер. Упрыгать.
Ползти. Они сделали не так, как в Бэтмене долбанном, надо бежать было на кнопку вперед. Они перевернули камеру, как все продумано, четко все нахрен. Спрыгнуть. Кореш, прыг, вот они и так вот сделали, молодцы нахрен. Кто-то нас все-таки хочет убить. Оп, они камеру переворачивают, и я могу бежать. Где я? Подох нахрен, вот где я. Ничего, мы сейчас выиграем. Здесь есть плюсы, конечно. Как только ты забираешься на эту лестницу, все начинается. Где эта лестница? А, вот она сейчас. Телефон Тедворда. Ну, давай. А, Тедворда. Темно очень. Надо типа быстро реагировать, быструю реакцию. Да, да, да. Вот она уже и сейчас быстренько сделаем все. Е. Гребем, 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 гребем. Не могу ничего сказать пока про эту игру плохого вообще. Все подсказывает, все удобно. Как только появляется подсказка. Куда нахер? Блин, сейчас подохнем, наверное. Просто куда дальше прыгнуть? Спрыгнуть. Прыгай, кореш. Сейчас вот. Еще надо будет прыгать сразу резко где-то здесь. Есть, успели. Да, долбаные кроты накопали нам тут херни. Что это такое? Один. Хама, наверное, уже игру прошел, нахрен. Ой, не умерли. Я в восточном зале. Свод держит. Прикольно играть, это комфортно. Тебе надо попробовать тоже поиграть, ощутить управление, сказать свое мнение. Все, здесь мы закончим, у нас ускорение прошло. Так что ты попробуешь в следующей серии и скажешь тоже свое мнение об этой игре, об управлении. Там. Ну, мы же играли, сколько мы игр-то переиграли? У нас все-таки 3000 видео, там, ну, и пока не такие, ну, не все игры. Подписка на канал, вступай в группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк, пока. Пока.